Всем привет, дорогие друзья! Всем привет, дорогие друзья! Третий день свадьбы, утро. И сейчас мы небольшой процессии едем в ЗАГС. Сначала к парикмахеру невеста будет делать прическу, ну и мужчины тоже. И, кстати, мужчины хотели увидеть, как парикмахер стрижет непосредственно мужчин в Турции. Поэтому Айхан тоже пойдет к парикмахеру. И вы увидите все самое интересное. Сегодня ЗАГС и подготовление к самому главному. Самый главный день свадьбы – суббота, сегодня пятница. Интересно. Не забывайте подписываться на наши инстаграмы. Там всегда много классных фоток, советов, достопримечательностей и полезной информации. Машина невесты жениха. Остановились в деревенском маркете, и завтра свадьба, и раздают последние приглашения на свадьбу старший брат Айхана. Здесь парикмахерская, в которую пойдет Айхан, его снимем чуть позже, а невеста идет в другую парикмахерскую. Сейчас мы находимся в их сани, в небольшом городке, к которому относится и деревня Демирли. Вот такие вот здесь улочки. Цветы растут. Старые деревенские дома. Сначала покажу вам, как стригут Айхана. Такая вот маленькая парикмахерская. И сначала парикмахер управляет Айхану волосы, подравнивает, а потом будет стричь бороду ему, точнее брить его. А сейчас бреют. Вот такая вот незатейливая процедура и вот такая вот маленькая парикмахерская здесь. Сейчас пойдем с вами к невесте в женскую парикмахерскую. Ну и покажу вам еще вывеску этого куафера. Кто будет в их сани, заходите. И вот так вот выглядит этот городок. Айхана уже побрили, сейчас помазали одеколоном. Супер. Да. И мажет кремом. В общем, процедура практически закончена. Ой-ой. О, чё, гизель олду? И все это, друзья, стоило всего 10 лир. Ну а сейчас идем в сторону невесты. А здесь женская парикмахерская. И сейчас покажу вам внутри. И невесте сейчас выпрямляют волосы. Пока невеста делает прическу, мы все пришли в парк, где пьем чай.
Погода сегодня тоже пасмурная, но, друзья, 22 градуса. Погода прекрасная, ни влажности, ни солнца. В общем, потрясающе. И вот тут все наши сидят, пьют чай, ждут невесту. Невесту нашу. Волосы сделали и макияж тоже. И теперь мы едем в ЗАГС. Друзья, мы приехали в местный свадебный салон, точнее, в ЗАГС. Здесь деревенский ЗАГС. Сейчас посмотрим, как здесь все устроено. Готовимся к церемонии. Сейчас зарегистрируют свидетелей. Алисан несет документы свидетелей. А здесь мы все ждем. Ждем. Evlendirme dairesindeyiz işte şimdi de nikah memurunu bekliyoruz seni arayayım dedim gör diye. Şöyle oldu. Sağ ol annem Allah razı olsun. Umut ne yapıyor? Dünür ne yapıyor? İyiyim Dünür sen ne yapıyorsun? İyiyiz biz de ya misafirler var gelenler gidenler duruyoruz işte evde. İyi bakalım iyi Allah iyilik versin. Вот так вот выглядит карта Афьона. Вот Афьон-центр. Здесь Ихсания, район Ихсания. И вот здесь деревня Демирли. Где мы сейчас, ну, точнее, где мы в данный момент находимся. Sevgili misafirlerimiz Hatice ve Ali İhsan çiftleri belediyemiz yapmış oldukları müracaatlar neticesinde evlenmelerine mani bir hallerinin olmakla tespit edilmiş olup bu nikahlarını yerine getirmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi şahitlerimiz Sayın Refiye Kaya hanımefendi ve Sayın Ayhan Çetinkaya beyefendinin huzurunda ve siz sevgili misafirlerimizin huzurlarında kendilerinden soruyorum. Sayın Hatice Kahraman hanımefendi, Zeki oğlu Ali İhsan Çetinkaya beyefendiyle hiç kimsenin baskısı ve tesiri altında kalmadan özgür erdiniz ve kendi arzunuzla evlenmek istiyor musunuz? Evet. Teşekkür ederim. Sayın Ali İhsan Çetinkaya beyefendi, Nurullah kızı Hatice Kahraman hanımefendiyle hiç kimsenin baskısı ve tesir altına kalmadan özgür erdiniz ve kendi arzunuzla evlenmek istiyor musunuz? Evet. Şahitlerimiz gelin hanım ve damat beyin evlenme beyanlarını duydunuz. Sizler şahit ediyor musunuz? Evet. Biliyorum. Teşekkür ederim. Size alkışlarımız. Onlara da bir alkış alalım. Bizim elimizde olan siz var ya. Evlenmede asıl olan aile birliğinin ömür boyu huzur ve mutluluk içerisinde korunmasıdır. Sürdürülebilir bir evlilik, karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörüye bağlıdır. İyi günlerinizde olduğu gibi, sıkıntılı günlerinizde de bu sevgi ve saygı çerçevesinde birbirinize destek ve yardımcı olmalısınız. Aranızdaki bir denişme, çocuklarınızın da mutlulukları temel olacak. İşte ben de bu bireyin bu şekilde oluştuğuna inanıyor. Bir ömür boyu huzurlu, sağlıklı ve bir o kadar da mutluluk dolu günler temenni ederek Medeni Kanun'un İhsaniye Belediye Başkanlığı'na ve Belediye Başkanımızın bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı olsun. İnsan olsun.
Tamam, teşekkür ederim. Alistan Bey. Şöyle yazarız. Hala fotoğraf artık. İmzada fotoğraf. Tamam. Teşekkür ederim. Şöyle imzalarız rica ederim. Teşekkür ederim. Церемония закончилась. Сейчас после небольшого отдыха и регистрации брака мы едем забирать стулья. Мы приехали за стульями на свадьбу и за столами. Альперен грузит. Ну а здесь столы, в общем, для гостей. На завтра и на послезавтра. Сейчас мы находимся в местечке, которое называется Доэр. У них тут такой склад. Друзья, вот так вот продолжается подготовка к главным дням свадьбы. Пятнице, субботе и воскресенью. Подготовка к свадьбе идет полным ходом. Скоро подъедут стулья на тракторах. А сейчас вам покажу. Здесь уже привезли огромные казаны, в которых будут готовить еду. И также вот эта вот лампа, которую будут вешать на шатры. Посмотрите, насколько огромный этот казан по сравнению со мной. Он практически как ванная. Продолжаются украшения к свадьбе. Друзья повесили флаги, лампы, привезли стулья, столы. В общем, вот так вот продолжается. Дальше здесь у нас котлы. Все готовятся. Завтра будет много народа. И посмотрите наверх. Повесили турецкий флаг и яблоки. Яблоки на стол.
наступил вечер третьего дня. Вот здесь все чаны, в которых будут варить еду. Стулья, народ сидит там. Ну и все самое интересное происходит на улице. Народ танцует. Подписываться на наш инстаграм, на наш канал. Всем всего хорошего. Пока-пока.